Так, ребят. Какой-то зеленый челик убегает откуда-то. Здесь что-то произошло, видимо. Так. О, какие-то... А, это он от них, наверное, убегает. Так. Ребята, я заберу у вас байк, пожалуй, да? Как бы он классный, он прикольный. Можно, да? Это же ничей? А, так это твой? WhatsApp? Слушай, ну если это твой, я как бы тебе оставлю его. Он нужен тебе, на. Забирай. Держи, вот он. Вот он твой байк. Или что, не нужен уже, что ли? Ты обиделся на меня? Так сядь, посиди тогда. Так, окей, ладно, я пошел. А то на меня люди обижаются. Наконец-то я выбираюсь в цивилизацию. Долго бежал, не было машины. Тут дорога, наконец-то. Машиночки мои, машиночки мои. Так, вот эту заберу. Вот это классная. Твои колеса? Ты сбил человека и о колесах беспокоишься? Или у тебя от удара твои сорта вылетели? Я что-то не понял сейчас. Фак юака, фака фака. Еще лучше. Две звезды, они практически пропали. Осталось только уехать, и они полностью исчезнут. В булку попали. Хорошо. Так, пацаны едут. Пацаны полицейские. Ну-ка, откуда вы едете? А, вон они. Ну давай, давай, едьте. Сейчас мы вас дезориентируем. Ой, блядь. Фига себе, он в машине сидит и разговаривает с таким эхо, капец. Я пытаюсь сваливать от копов, но смотрите, они у меня почти исчезли. Они почти исчезли. Да, их нету, мне нравится. Так, хорошо. Я тут просто запустил GTA-шку, и у меня копы начались сразу же, потому что я немножко пошалил, одного человека вырубил, но теперь я полностью в бой готовен, бой заряжен, бой напряжен, бой закован, и подпрыгну сейчас из... Блять, я так хотел подпрыгнуть, а ты мразь, понял, ты мразь, вот ты, понимаешь, вот ты мразь, долбанный бордюр, я твой рот... Но сейчас я уверен, что сейчас получится что-то крутое, что-то классное, да! Здравствуй! Но я как бы не на это рассчитывал, я думал, я выживу и все будет у меня хорошо. Я как бы, блин, я расстроен, я, понимаешь, если посмотреть на это с философской точки зрения, я сейчас расстроен. Я расстроен очень серьезно и невероятно. Остановись, пожалуйста, мой хороший. Здравствуй. А чё, ты ехать хотел? Не получится, не сегодня. Так, ладно, сейчас я поеду в кинчик, хочу посмотреть кинчик. Кинчик, говорят, здесь очень классный, so good, прям, здравствуй. А, чё, думал, собью? Не, я тебя не... Вот эта тетка, она изначально лежала, я вид... Так, есть возможность от копов заныкаться, подожди. Звезда почти пропадает, возможно, копы меня не найдут. Все хорошо. Все, копы меня в жизни не сыщут. Главное сейчас эту звезду убрать. Все, я вот здесь постою. Вот здесь, аккуратненько, неприметно. Смотри, меня в жизни не найдут никогда. Но звезда, она просто пропала, понимаешь? Она уже все. Ее уже нет. Но они знать не знают, что я здесь, понимаешь? Тишина, ребята, тишина. Тишина. Пожалуйста. Это коп разговаривает? Нет. Это какой-то мужик со своей мамой. Нет, это мама со своей мамой. Так, хорошо, ладно. Хотя, это, по-моему, женщина с голосом мужчина. Но это... все бывает, это GTA. Мы едем с вами в кинчик. Сейчас посмотрим кинчик. Интересно, вход там платный или нет? Я просто там ни разу не был. И я думаю, там будет что-то интересное. Воу, я там игрока видел, нифига себе. Так, он за мной, по-моему, летит. Мне вот это вообще не нравится.
Стой, подожди, там за мной чел какой-то летит. О, я не хочу, я хочу до Кинчика доехать. Он мне может не дать этого сделать. Я такого не хочу, нет, спасибо. Мне не надо встречаться с другими игроками. Я знаю, какие они мешают играть постоянно. Ой, он далеко. Фух, слава богу, я уже думал, он за мной летит. Мне такое не надо, такие подарки не нужны мне. Так, Кинчик. Все нормально, я просто каскадер, Вон, кстати, один уже, смотри, театрал лежит. Вот он, пожалуйста. Все нормально тебе, братан? Это дезинфекция против коронавируса, короче, ребят. А, сколько время? 10 нахуй! Кинотеатр закрыт. Часы работы с 10 утра до 10 вечера. Кинотеатр закрыт, мне говорят. Они меня разочаровывают. Я не люблю разочаровываться. Когда я разочарован, я обычно себя не контролирую. Я очень разочарован. Чтобы понимали масштабы. Поэтому я очень не контролирую себя. Простите, пожалуйста. Воу, тут недалеко магазинчик был. Здравствуйте, я приехал. Так, что я могу тебя купить тут? Загляните в другое время, бинго не работает. А чё всё позакрывалось? Поздно, что ли, так уже? Я же могу купить. Не могу. Ты серьезно закрылась? Ладно, я сейчас мотоцикл уберу, и ты снова начнешь работать. Но ведь ты же здесь, значит, все работает. Ты просто не переносишь мотоциклы. Все понимаю, Понимаю и убираю. Смотри, вот на таком расстоянии пойдет, ты встанешь, да? Вот смотри, хоп, вот все. Все, теперь магазин должен работать. Ведь я же убрал мотоцикл. Теперь я могу что-то купить. Сука! Проститутка! Она закрыла мотоцикл! Магазин, то есть. Негодяйка. Но я уверен, что сейчас я смогу на мотоцикле туда ворваться. Потому что, ну как это? Сам я не могу войти, а на мотоцикле я в любом случае ворвусь. Поехали! Так, мы кому-то позвонили в дверь. Ночной клуб! Отлично! Мы заходим с вами в ночной клуб, ребята. Конечно, заходим. Здравствуй, здравствуй. Так. Нет, нет, можешь не беспокоиться, я кушал. Так, здравствуй, мой хороший. Хей, зовут лошадей, а я пошел в клуб. Я пошел в клуб, все нормально. Так, неплохой у вас такой клуб здесь. А где я могу потанцевать? Так, я, судя по всему, не окупается, да, у вас сегодня, дамы? Чё тут, может, нальёте что-нибудь мне? Как бы я не против. Давай, да, я не против. Водярочки или шот виски The Mount? Давай, 55 баксов мы с тобой щелканем сейчас. Смотри, смотри, какой я красивый. Сейчас еще красивее стану после того, как это все дерябну. Давай, наливай. Наливай, наливай. Не стесняйся. Давай. Вот так. Из воздуха выпил. Нормально, молодец. Лей. Лей, сейчас у нас все с тобой будет прекрасно. Да-да-да, давай. Хоба, закинул, нормально, да? Нормалек. Давай еще третью бахнем, чтобы у нас все было с тобой хорошо. Лей, давай. Так, отлично. Так, тихо-тихо, все больше не надо, он говорит. Ну все, вроде по... О, да, понесло немного, градус поднялся. Все отлично, все хорошо. Здравствуй. А, так вот, слушай, вот классно ему, наверное, да, вот этому, вот посмотри вот на этого чела. Так это же тот охранник, который тогда клуб курильщиков охранял, это тот же самый чел, еще работу, да, работу потерял, да, начал тут, короче, да, охраняться. Так, ну хорошо, пойдем, что, может потанцуем с тобой, охранник? Здравствуйте. Ебань, ты что, панк, что ли? Так, ладно, а ты у нас кто? Что-то каких-то страшных вы подбираете на эти танцы. Ладно, охраняй, стой. Тут скучно так. Тут, блин, вроде клуб, вроде все прекрасно. Музычка должна какая-то быть. Здесь вообще ничего нету, по сути. Почему я вышел из ночного клуба и здесь так много людей вдруг стало? То есть пустили одного меня, что ли, а остальных не пустили сюда? Слышь ты? Барака, тебя что, не пустили, что ли? Почему он похож на бараку так?
Что, снимала эти, что ли, доказательства, да, против меня? Да, Лестер, хватит мне звонить. Здесь два свидетеля, которые доказательства против меня снимали. Сейчас я их закрою. Все. Хуй вы отсюда выйдете когда-то, понятно вам? Вот так со мной, нельзя со мной шутить. Я король зла, я мастер зла. Вот, видите, что я могу? Там, кстати, игроки что-то взрывают. Мне это не очень нравится. Я бы не хотел умереть. Где они там взрывают, интересно? Безумно не хочу встретиться с игроками и быть взорванным. Так, это, судя по всему, скорая помощь едет, спешит. Где-то здесь лазят реальные игроки. В смысле? Как вы выбрались? Это невероятно! Они выбрались! Это ты им помог! Буду безумно рад, если подпишешься. Let me hear some red. I'm ready.